товарищ капитан, разрешите обратиться? Обращайся. Виноват, товарищ капитан. А вы что такой смурной? Победа все-таки. Мы до Рейхстага дошли. Понимаешь, сегодня еду по Берлину, смотрю — толпа. Дети, старики, женщины. Думал, наши, которых из лагерей освободили. И мальчишка в толпе. Белобрысый такой, жмется к старушке. Я даже подумал, что это Егорка мой. Глаза голубые-голубые. И смотрит, как тогда, в 41-м, когда они меня со Светой провожали. И я тогда на миг подумал, что живы они. И не было той бомбежки. Нельзя себе корить, товарищ капитан. Победа! Надо найти в себе силы радоваться. Ты знаешь, я думаю, что радостная и счастливая жизнь остались там, в 41-м. Это так. Но это значит, надо тем более начать счастливую новую жизнь. А про июнь 41-го стараюсь не думать. Как не думать? Как?